Приветствую, друзья. Ну что, мы на Днестре, в маяках. Течение сильное. Ветер то восточный, то северный. Непонятно, крутит что-то с чем-то. Поймал уже маленького карпика, отпустили. И пару таранек. Пока больше ничего. Ловлю сегодня на ферментированный горох. Результаты покажу в обзоре, когда будут уже делать видео. Ну, вроде бы все.